теряется преимущество. Но все равно как бы отдать должное. Ребята выстояли, забили, еще сравняли счет, перевели в овертайм. По булитам немножко больше было счастья на их стороне. Вообще в этой серии очень много удалений получилось. Говорили, что ногами как бы не успеваете добегать. Это все-таки усталость уже накопилась или что? Да нет, в принципе, нет усталости, просто надо единственное, ногами работать, и тогда не будет удаления. То есть так же взять мое удаление, я там сидел. То есть, да. Надо работать ногами, да, все нормально. Два раза за матч 3-5 играли, часто так бывает вообще? Знаете, играли с Витязем 3 раза, с Минском, то есть много очень. Я говорю, удаления, конечно, вредят нам в игре 5-5, в принципе, когда играем, здорово получается, и забиваем голы, и все.